то я третью неделю немытая. Куда меня деваться? Меня одна же. Нина Павловна Бокова в свои 79 недавно перенесла инсульт. Поэтому мыться в тазиках для нее затруднительно. Да и все жильцы этого дома каждый день вынуждены закаляться. Чуть-чуть живая. Мне даже просто полоснуться некомфортно будет. Глобальные проблемы с горячей водой в доме на Эмилии Алексеевой 70 начались месяц назад после плановых работ и отключения. У нас воду отключали с 12 по 28 мая. До сих пор вот уже практически месяц у нас нет горячей воды. С 28 мая горячая вода не может дойти до квартир, а многочисленные обращения в управляющую компанию не дают результатов, подчеркивают жители дома. Управляющая компания никаким образом не реагирует. На звонки, значит, то отвечает, у нас большой разбор воды, то у нас, значит, вчера буквально я звонила в управляющую компанию, у вас нет циркуляции, я спрашиваю, куда она делась, когда она будет. Вот элементарно чуть ли не посылают прямым текстом. С тепловыми сетями я вела переписку, брали пробы на анализ горячей воды. Вот, вода холодная у нас, то есть по нормам вода действительно холодная, из горячего крана поступает. Вот, такая проблема у нас по всему дому, но перерасчет никто не делает. Счета, естественно, за горячую воду придут как за горячую воду, то есть, сами понимаете, сумма большая. Из ответа ясно. Теплосетевая компания в ходе проверки выяснили, подача горячей воды до МКД идет. Однако проблема остается, а представители УК говорят следующее. Там стоит бойлер в подвале. С бойлера на данный момент температура 37 градусов. С тепловыми сетями связывались. Говорят, что это связано с тем, что сейчас переключили их на ТЭЦ-3. ТЭЦ-2 не работает, потому что опрессовка идет. Вроде как причина в этом. Как кончится опрессовка, обещают воду горячую дать в полном объеме. К слову, незначительные перебои, говорят жильцы, причем как с водой, так и с отоплением, начались около 2 лет назад, после капитального ремонта. Тогда в доме заменили стояки водоснабжения. Как вот ремонт сделали, так и у нас началось ни отопления, ни воды. Отопление у нас теперь как сделали, значит, в коридорах и на лестницах не прикоснешься к батареям, а в комнатах чуть живое. И вода точно так же. Ну вот, вот она плесень черная лезет. Вон до потолка уже полезла. Но управляйка стоит на своем. Причина не в капремонте. Там, в принципе, с водой, как бы, там тупиковая система, она там не будет постоянно 60 градусов из крана. То есть там нет циркуляции на доме по проекту. По всей видимости, всем сторонам придется объединиться, чтобы наконец-то решить проблему. А мы будем следить за этой историей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.